Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже завтра может уйти в отставку. Об этом пишет издание «Таймс» со ссылкой на источники в британском кабинете министров. Из-за Брексита накануне пост покинула лидер большинства в Палате общин Великобритании Андреа Литса. По ее словам, у нынешнего правительства не получится довести до конца выход страны из Евросоюза. Очередная отставка – 36-я по счету в кабинете Мэй. При этом 21 из них была связана с Брекситом. Ранее премьер в очередной раз попыталась получить поддержку парламента по трижды отвергнутому им соглашению о выходе из ЕС. Был предложен ряд уступок. Мэй, в частности, пообещала провести голосование о проведении второго всеобщего референдума по Брекситу.